Ну что, ребят, качаем прорыв для нового героя, и я открою вам попозже обзорчик на максималке. Без прорыва вы офигеете точно так же, как и я. Просто не хочу вам подряд 1000 видосов клепать, и у вас будет интерес посмотреть. Но то, что я увидел, я вам скажу так, все герои отдыхают. Просто отдыхает. Без 20-х прорывов герой просто делает то, что ни один герой в битве замков такого не делает, скажем так. Ну да, там донатный огник может быть, но огник отдыхает, поверьте мне. Вы помните, вышла Фрея, я вам говорил, это имба, и она стала имбой. Вышла Лазуля, Ледяной Феникс, это стало имбой. Ну то, что вот это вот они сделали, это Unreal. Ну а мы сейчас качаем 30-й прорыв. Смотрим, что будет после 20-го. У меня здесь 20-ок нету, поэтому я решил сразу новую героиню прокачать на 20-ку и посмотреть, что будет после этого. Сможем ли мы качнуть или не сможем. В общем, по обнове, что могу сказать, то, что ввели за 400 самов камешки, это фигня, ребят. 2,5 миллиона кулаков вам надо будет для прокачки без донату, ну нафиг не надо. Второе, плюс то, что дали нам, добавили точнее, возможность получить Гаргула и возможность получить Одера, это однозначно плюс. Следующее, по поводу 30-го прорыва, хрень полная, герой обалденный. Талантов не добавили. В общем, вот вам вся обнова, скажем так. Там увеличили количество очков на битве гильдий. Честно скажу, это все тоже фигня. Мне интересно, будет ли или исправили не ошибку с отображением моей силы. Я им не писал, но интересно, смотрят, не смотрят, поменяли интерфейс или нет, или им важнее получить бабло, чем сделать... Ну, хотя, в принципе, что я говорю. И все и так понимают, что IGG давным-давно только чисто делает все на донат, и это печально. Но я вам скажу, я рад, что этот герой не донатный. Я очень рад, что он не донатный. Я не представляю, какой должен быть следующий донатный герой после этих героев, которых ввели уже. Но это нереально будет. Это будет просто нереально или что-то. Посмотрим. В чем качаем. Качаем прорыв. И сейчас будем с вами, наверное, улыбаться. Потому что, скорее всего, там надо будут новые камни. И я не знаю. Они по-любому будут задана. Потому что нигде в локациях они пока не светились. Возможно, после обновы, то есть там через пару часов, через 4 часа на китайке завезут их, но я сомневаюсь. Даже если завезут, то я представляю, какая там цена будет. Хотя прошлая обнова от китайцев, нормально они давали плюх. Вот, поэтому, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете, но то, что вы видите по герою, я вам просто спойлер делаю, вы офигеете. Я сам офигевший, честно говоря. Вы, наверное, офигели с того, как я прокачал его просто без прокачки скилла, что герой делал. А то, что он делает сейчас, то... А что будет делать с прорывом, я даже не хочу представлять, потому что один такой герой просто будет шатать. Это шатун еще тот. Так, идем, подвигаемся чуть-чуть. 21-й. Такс. Хотелось бы, конечно, чтобы они сняли многие ограничения уже, потому что, ну, прокачки эти, я не знаю, сейчас посмотрим. Будет видно по статам. Если просто чисто дает силу, ну, силу уже понятно. Атаку, я имею в виду жизнь, оно, честно говоря, того не стоит.
потому что смотритель и так будет шатать процентуально, да, там может чуть-чуть будет плюс, но я не знаю, сколько там надо будет камней на прокачку, как их получить. Но думаю, это будет тоже весело. Ну, на английском это понятно будет все намного быстрее, чем на китайке. На русском сервере об этом только мечтать. Там люди 20-е только докачивают некоторым героям. Поэтому посмотрим. Так, ну что, у нас финишная прямая. И будем смотреть, что там у нас интересного. Так, ну все, готовимся, ребят. Сейчас будет эпик, если опять кто-то не забудет. Такс. Я даже боюсь этого героя выпускать, потому что это жесть. Опа! По 100. Ну что, поехали дальше, посмотрим, сколько надо. Ну, я думаю, это жестко. Наверное, там где-то переходик должен быть с новыми камнями. А может и нет, не знаю. Смотрим. Возможно, знаете, что будет? Сейчас будет на 20... 21 будет переход новые камни. Да, вот они. Вот они, новые камешки. 60 штук. Вот где их добывать? По сути, можно качать. Видите, можно будет качать... Сколько книг? 37 книг. Офигеть. Опять надо будут книги на английском сервере. Можно будет докачать там 7 еще плюс чуть-чуть. Я не посмотрел, сколько там у нас прибавка пошла. Но по сотке это по сути 500. Дальше будет 110, либо 120. И так, я думаю, дойдет где-то до 200 камней желтеньких. В итоге 30 тысяч надо на прокачку 21-го, и так я тоже думаю, дойдет до 1050 свободно кристаллов, поэтому кристаллы будут красные в почете, опять же, еще больше. В общем, вот так, запасайтесь ресурсами, кто там хочет качать себе героев. Ну, вот такие вот у нас статки до 21-го. А вот где эти камешки добывать? Ну, скорее всего, донат будет. Однозначно только донат. А может, будут какие-то локации попозже введены, не знаю. Пока они ничего не писали, посмотрим. Может, будет где-то дроп. Так, новый. Это мне, наверное, дали старенький из до 20-го. Да. Дали нам еще плюх немножко. В общем, как-то так, ребят. Смотрим, что там герой себя представляет. Как вам? Как вам статка, ребят? Это просто жесть, не герой. Я вам просто запущу волны, сейчас кое-что покажу. Давайте там волну. Джей. Герой с воодушкой у меня. Сейчас увидите, как он уходит в инвиз. Не. А, все, вот. Вот он. Вот он, ребятушки, инвиз был. Как вам? Как вам герой? Ну, вы подумаете сейчас, блядь, что ты нам рассказывал, что герой имба. А почему он имба, я вам покажу немножко попозже, чтобы у вас был интерес. Ну, вы, честно говоря, офигеете точно так же, как и я. Видите, смотритель. То, о чем я вам говорил. Ну, говорю, смотритель. В общем, проходят волны на ура. Скажем так. Любая отражалка для героя смерти. Такой прокачки. Да и любой прокачки, думаю. Давайте вон Аджей. Ну, вот видите. Но вы увидите, почему герой топовый. Все. В принципе, я вам все показал, рассказал на сегодня. Попозже вам загружу уже видосик обзора, от которого вы офигеете. Офигеют все. И, наверное, офигели разработчики, если они смотрят с того, что они сделали. Ну, герой просто перекрывает все минуса обновы лично для меня. Не знаю, как для других. Для меня был минус, что начнется прокачка прорыва на дальнейшие эти, да, она начнется, но, как видите, камешки не так просто получить, их надо дофига. Ну, понятно, их будут продавать опять же за донат. Посмотрим, каким образом и сколько они будут стоить. Я думаю, недешево. Ну, на английском сервере в любом случае мы их увидим, наверное, быстрее, чем здесь.
Странно, что они не ввели скина, вот это очень странно. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, пишите, что думаете, пишите, что хотите увидеть. Может, вечером стримчик запустим. Если хотите стримчик, давайте 1000 лукасов. Сделаем стримчик, может, какой-то розыгрыш подгоним. Все в ваших руках. Я вам уже показал, в принципе, все. Побежал я дальше. Всем по такому герою, почему вы видите попозже. Всем пока.